Всем привет, это Артём, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Мы сегодня будем строить третий этаж зомби-апокалипсиса. Давайте. Так, что можно поставить? Например... Не знаю, получится это или нет. Так. Надо. Наверное, получится. Да. Всё. Теперь можно что-то зачаровать. Давайте. Так. Так. Можно здесь еще это. Все. Так. Так, ребят, теперь нам надо, чтобы было красивее, сделать что так. И вот так. Теперь я вам покажу, что я здесь делал. Вот я сделал. Так, положу это сюда. Вот здесь я сделал. Так, это можно продавать здесь у жителей. Это моя база. Ребят, смотрите. Здесь железная дверь. Надо, чтобы был рычаг, чтобы открыть. Рычаг вон в том сундуке. А эти двери тоже железные. И как это сделать? Смотрите, ребят. Сюда бежим, сюда. И все. Здесь у меня стоит броня, она на мне и так одета уже, сундучки разные. Вот, кстати, можно взять рычаги. Вот ванна. Ой, ё-моё. Так. И все. Это такая дорожка. Кто сюда доберется, тот молодец. Вот я просто вам покажу, что здесь. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И этот, и второй этот канал. Ну и, ребят,
Пишите комментарии. И все, пока-пока.